когда выписывалась из роддома с близнецами, мне прям памятку дали о том, что, обратите внимание, есть такое понятие, как послеродовая депрессия, способы из нее выхода. Один из способов – это тебе нужно придумать себе какое-то занятие. И активная деятельность помогала с этим справиться. Да, мозг придумал, что нужно найти какой-то способ, чтобы не чувствовать себя беспомощной.